Прятались в подвалах, когда бомбили город, дыша в ладони, тихо реагируя на каждый шорох. Клубы дыма вокруг, слезы, разбитые жилы, напуганные до смерти, как в сердце наживые. Жизни, незаконченные повести, на чьей теперь это совести? Кто уподобился подлости, чтобы грех нести? Раненых много? Много. Все поможет держать оружие. На позиции. Раненых будут эвакуировать без нас. За мной. Есть. Низкий поклон людской доблести, что, подставив щиты, уберегли и спасли. Верой и стойкостью смогли мир обрести. Иногда находит грусть, вспоминая годы эти. Я во сне к тебе вернусь и растаю на рассвете. Иногда находит грусть, вспоминая годы эти, я во сне к тебе вернусь и растаю на рассвете. Сколько бы ни прошло лет, помнить будем. Простые, но великие люди всегда примером будут на все времена, всем поколениям. Прошу вас, пронесите через время историю об их победе, историю о тех ужасных днях войны, те свинцовые дожди в зареве горящих плит. Что со связи? Связи нет, товарищ командир. Вызывайте. Товарищ командир, да. Обнаружил гражданских. Где обнаружили? Там недалеко от деревни, в лесу, бежали. Откуда идете? С Морозовки. С Морозовки, значит, там и обнаружили. Отправляйте в тыл, на Херсонесский полуостров. Не хочу остаться. Только мальчонку сбережете. Вот. Мальчонку ты сама сбережешь, на 35-й батарее там и останешься. Все, забирай. Есть. Идите. Связь, давайте связь. Те, кто не дошли, и многие, кто смог дойти, оставив навсегда в себе отголоски эхо той войны. Нам даже от рассказов больно, ведь многие были детьми, представить невозможно, что они пережили. Былые воины, теперь седые старики. Спасибо за победу, спасибо, что вы живы. Иногда находит грусть, вспоминая годы эти. Я во сне к тебе вернусь и растаю на рассвете. Иногда находит грусть, вспоминая годы эти. Я во сне к тебе вернусь и растаю на рассвете. Пятую взорвали.